Я мама Евы Думаня. Нам 1 годик. В 9 месяцев мы узнали о нашей болезни – лейкоз. Узнали очень неожиданно. Увидев синячок, обратились к врачу и через день узнали наш диагноз. Через 2 дня после диагноза мы уже были в Москве. Мы приехали из Калуги. И нас сразу начали здесь лечить. Первые месяцы, конечно, было очень тяжело. Я ничего не знала о лейкозе. Что такое лейкоз, вообще не знала. Мы сюда поступили 15 декабря. С 15 декабря начался наш первый курс лечения. Первый курс она тяжело перенесла. Ну, вот где-то она была, у нас гормоны были, она была очень нервная. Ну, на гормонах все нервные. И уже где-то через месяц после начала лечения она перестала двигаться. Она вот на спине лежала, у нее ножками не двигала, ручками не двигала, ручками чуть-чуть двигала, она не перестала переворачиваться. Вот эта химия подействовала на нее, на ее вот эти мышцы и кости. Видимо, очень больно было. На ручки брала, она плакала, не хотела. Ну, тяжело перенесла. Потом мы занимались с инструктором. Конечно, тяжело. Все время мы плакали, но уже мы восстановились. Мы вошли в ремиссию. Ну, на лечение мы хорошо отвечали. Мы вошли в ремиссию на 33-й день. У нас уже не было балластов совершенно. Сейчас мы будем проходить 2-й курс химиотерапии. Он будет длиться тоже где-то 2,5 месяца. И после 2-го курса нас ждет трансплантация. И нам требуется не родственный донор. Мы поэтому обратились в фонд за помощью, в надежде, что нам помогут найти этого неродственного донора.